А где Бахчибаева? Она в коридоре. Там в коридоре еще сидели. Мама уехала. Я была на пляже. Да ладно, ну, молодец. Я тоже была на пляже. Она тоже на море была. Это... Вот посмотри, Медведева и Яблонцева. Так Бахчибаева не одного возраста. С кем? Медведева и Бахчибаева. Вот 13-й. Амина, иди сюда. Оля. Коршик. Коршик 13. Велислава. Нет, все 13. Это 13, пожалуйста. Офигеть. И Дорофеева. Все встали на место. Видите, разница. Так, Байрымова будет, Бахчибаева здесь. Ну, она будет пока август месяц со старшей ходить. Гордеевская здесь, Дорофеева в раздевалке, так что удивленно нету. Коршик. Есть, молодец. Это не так, Кузовникова нет. Она будет в той группе, которую я групповую ее хочу поставить. Лин. Где у нас? Все, шагом, шагом. Отдыхаем. Вдох, выдох. Сюда построились две линии. Две линии сделали. На голеностопчики сели. Сели. Ручки назад. Вот так. Коленочки вместе, пяточки вместе. Ручки назад, Оля. Пяточки соединяем. Выдавливаю пятки, Лиза, вперед. Подъемчики выдавливаем еще. Пятки поднимаем. Вот. Вот, умница. Все, сидим. Сидим. Коленочки, Аня, соединяем. Пяточки, Оля, соединяем. Так, молодец, Олет. Еще давай, Лиза, вперед, пяточки. Вот, чтобы тут натянулось все. Сиди, молодец, умничка. Так, угу. Выдавливай, Амина. Вот это место вперед. Еще давай. Еще. Пятки вместе. Вот тут должно натянуться. Давай. Все, что ли? Вот. Чтобы линия получилась. Мелислава, как всегда. Прохожу, говорю всем. Пяточки вместе, коленочки вместе. Так, сидим. Пятки соединяй. Руки ближе вперед чуть-чуть. Сидим. Раз, пятки соединяем. Два. Давай, Мина, вот тут. Вперед, вытягивай еще. Три. Вот это вперед. Коленки выше. Вот так. Четыре. Да, умничка. Вот так. Да. Пять. Тянем свои подъемчики. Шесть. Оля, сидим. Семь. Аня, вот это место вперед. Восемь. Ну, что так далеко от ноги? Под попу засунь их сюда, вот. Пятки вместе, вместе ноги. 9, 10. На коленочки опустились. Все, ручки спереди. И теперь поднимаем коленки вверх. Все, на голеностопах остаемся. Коленки, коленки. Кто покажет? Вот. Раз, два. Все, пошли. 30 раз делаем. Раз и лечь пункт. Нет, не надо поднять. Вот это место должно быть натянуто. Пошли. Раз. На мой счет. Два. Три. Аня, Оля, подними голову. Четыре. Пять. Раз. Вернулся. Шесть. Ну, делай. Коленки поднимай. Нет. Зачем? Так лежишь. Ручки здесь. Подняла. Раз. И вернула на место. 9. Аня. Лежим. На голеностопах. Подняла. Не надо ничего поджимать. Поднимай. Не надо поджимать. Только колени поднять. Вот так. Руки ближе поставь. Раз. Поняла?
Да, ну-ка, Оля. Пятки соединила. Пятки вместе. И раз. Делай. Два. Пятки соедини, косолапить. Пяточки вместе. Три. Еще пятки соединяем. Делаем хорошо, потеем, худеем. Ага. И 9. И 10 пяточки. И раз. Нет. Вот тут натянуто я остается. Два. Да. Три. 4. Следите, чтобы пяточки вместе были, Лиза. 5. Ну, давай выше, Фиолет. 6. Ручки спереди. 7. Спинка прямая, Аня. 8. Вот, умница, сообразила. 9. Вверх-вниз. 10. Вверх-вниз. Последние 10. И раз. Подняли, опустили. Велислава, не надо вот такой утюг делать. Натянутая стопа остается. 2. Вот, нет, не натянутая. 3. 4. 5. Выше. 6. Нет, ручками опираемся. 7. Оля, у тебя пятки в растопырку. 8. 9. И за последним разом остались. И 10. Поднялись, остались на голеностопчиках. Сидим. Пяточки вместе. Выше, выше колени. Сидим. Раз. Нет, на голеностопах, Оля, сидим. 2. Выдавливаем пятки вперед. 3. Лиза, молодец. 4. 5. Сидим, сидим, коленочки вверх. 6. 7. 8. 9, 10 опустили. Потрясли ножками, расслабили. Угу, еще продолжаем. Ручки назад. Сейчас у вас отдохнут. Также на голеностопы встали. Попку подняли. Сидим. Раз. Пяточки соединяем. Пяточки соединяем. Выдавливаем. Вперед подъем. Вперед. Сильно. Вот это место. Колени подними вверх. Вот тут выдави. Вот так. Теперь колени подними вверх. А вот здесь вперед. Колени вверх. Локти прямые. Теперь поднимаем ножку вверх правую. Раз. Натянутую. Опустили. Два. Другую ножку. И раз. Да. И два. Дотягиваем коленочки и стопы. И раз. Чередуем ножки. И два. И раз. И два. И раз. Оля, ты тянуть собираешься носочек? Два. А коленочку? И раз. Вы же видите свою коленку? И два. Лиза, не дотягиваешь колено. Два. И раз. И два. И три. Ну, на подъемчик. 4. Хорошо. Правую, ну, отдохнули, легли. Чуть-чуть расслабили ножки свои. Покрутите стопами. Крутим кружочки, крутим. В одну сторону и в другую сторону. Хорошо. Продолжаем. Сели также. На голеностопчик. Сели. Сидим, подъемы выдавливаем. Теперь правую ножку положить на левую, вот так, на коленочку. Все, на высоком подъеме стоим. Нет, натянутая стопа, коленка в сторону. Я же показала, вот так. Ну давай. Ой, бабуси. Молодец, давай, выше подъем, на косточке стоим. Раз, 10 счетов. 2, коленочку вниз, Оля. 3. Нет, сверху положила. 4. Только натянули то на ноге, которая лежит. 5. А это выдали там. 6. Поднимай, поднимай. Подъемчик. 7. Выдали пяточкой
8. Давай коленочку в сторону. Ну нет, зачем ты это делаешь? Вот. Вот, выдавливай пяточкой вперед, еще вот. Давай, Лиза, давай. Даша, выдавливай. Посмотрите, вот здесь у вас должна быть ровная стопа. У тебя сломанная кукла. Вот. Вот это не сломано. Они только на одну ногу стоят. Да. Поменяли. Вперед, чуть-чуть подвинься. Как у нас называли, культяпка. Девочки, все знаете, где большой палец на ноге у вас? Он самый большой. Вот на него вы должны давить. Вот посмотрите, вот ваш стоп. Вы так на мизинец заваливаете, у вас косолапые ноги. Вы должны давить на свой самый большой палец. Понятно? Ножки ровные. Поставили две ноги. И делаем так, вокруг тебя 5 раз вправо, 5 раз влево. На большой палец, высокий пол. Или слава. Работаем. Вот ты смотри, как косолапа сразу ставишь. Вот так. Капучки. Амин, по кругу пошли. Вот как мы это делаем, по кругу пошли. Выезжали, выезжали с своих стопов, выезжали. Выжимай еще. Ходи поужинать. Назад чуть-чуть. Паучков вправо, 5 влево. И вправо, и влево. Сидит с натянутыми стопами. Пятки оторвали. Выжали колени, да, Лиза? Выжали еще коленки. Ой, всех надо. Вот так вот. Сядь, лопатки соедини. Ты гимнастка? Или ты Бармалей у нас? А нет, она бабка-ёшка. Вы все бабки-ёшки, что вы думаете? Амина, плечи не задирай. Опусти плечи. Угу. Расслабь плечи. Не надо сильно прогибаться. Красивые сидим. Натянули ноги, сидим. Еще открывай пятки. Сейчас ты стопы соединишь. Вот. Шейку вытягивай. Плечики вниз, шейка вверх. Колени. Велислава. Колени. Ручки вот сюда поставь. Еще спинка. У тебя плечо одно вверх. Шею вытяни. Где шея твоя? До роду. Оля, на Оля. Все сняли носки быстрее. Арбузочка. Свои носки. В пальчиках зажали свои носки. Вытянули стопы. Вытянули вперед. Сидим, держим. Выжимай от пола, отрывай. Нет, мне вот это не надо поднимать. Вот тут отрывай. Вот и сиди, вот оторвала и сиди. Это что за баба-яга? Вот так. Вот так сидеть должна. И попробуй расслабиться. Утюгами сделаем, вытягиваем. Стоп. Пяточки давай, отрываем. Держи. Лиза, не косовайся. Вот так сидим. Выжимай. Сильные ноги, держи свои. Держи свои носки. Спины ровненькие. Ну, Лиза, ты сними спиночку на колени. Лиза, еще одна, тоже сними на колени. Так, а мышка будет под коленочками, вот здесь, вот я так вот. Видела мышку? Тогда придуши ее коленками. Еще давай, вот здесь, вот, смотри, Лиза, куда. Ну, можешь, давай, коленками. Вот сюда. Давай, выжимай. Выжимай еще колени, давай, мышку еще. Прижала мышку. Еще Амина. Нет, не прижимаешь, не работаешь ногами. Работай. Аня, у тебя выпали носочки. А я придавила. О, Валерия. Валера, давай. А я придавила. А у тебя мышка пробежала. Разворачивай ноги, выжимай. Давай. Вот, еще. Давай, прижимай. Вот здесь вытягивай. Лиля,
накачали. Чего ляжки-то накачались такие? Голифы. Вот здесь. Давай, выжимай колени. Выжимай, выжимай. Брось эти носки, выжимай колени. Натяни ноги. Нет, ты заворачиваешь ноги, не заворачивай. Вот сюда, давай, держи, натяни колени. Руки убери. Держи, держи, стопы. Куда заворачиваешь? Стопы натяни. Еще пальцы, еще. Держи ноги. Смотри, что ты делаешь. Ты делаешь вот это. Нельзя, вот. У тебя пяточки дружат, а носочки поссорились. Давай, думай. Ну, Лиза, давай. Лиз, все у тебя прекрасно выжимается. Выжимай. 11 из 24. Хитрая, выжимай. Выжимай, выжимай. Еще давай. Молодец. А вторую. Прижала мои ручки, прижала. Еще. Еще напрягла. Ахиллы где? Где? Напрягай. Напрягай. Тяжело? Бедра больно. Еще пальцы натяни, здесь натяни. Давай. Давай. Еще. Еще. Нет, да просто вот закачать. Давай, мышка здесь. А весы у нас в этом нет кабинета, да, остались? Да. Надо взять и плавать. Знаешь, мне идея. Да, да. Да? Слава, что поправить. Вроде она вместе с яблонцевой занималась. Смотрю, яблонцевой нет у нее. Галифей, смотри, какой. Нет, Галифа, мы прыгаем с прямыми ногами. Алиса, натягивай ноги. Пятки ставим, пятки ставим. Пятки ставь, ты сейчас накачаешь. Пятки, молодец, Лиза, еще толкайся вверх. В две линии встаньте, две. Прыгаем, можно прыгать не быстро, но ставить пятки. Ставь пятки, ставь, выпрыгивай вверх, толчок у вас должен быть. Лиза, ноги натяни, будешь прыгать до конца тренировки. Ноги натягивай. Алиса, это не прыжки. Натягивай. Пятки, Амина. Да слава Богу. Мелислава, ноги натягивай. Кто не научится в этом году прыгать с натянутыми ногами до сентября месяца, значит, того отчистим. И больше он не будет ходить на гимнастику, раз не понимаем, что ноги нужно натянуть. Медведева пытается даже ноги натянуть. Дорофеева, пятки поставь в пол. И если на тебя никто не смотрит, это не говорит, что ты не должна прыгать. Ноги натяни. Так потому что у нее ляжки, поэтому она и не прыгает. Вон галифе накачала, чем неизвестно. Мы не качали галифе. Вот совершенно. Слушай меня, моя девочка хорошая, ты все прыгаешь правильно, но у тебя одна большая ошибка, которую нужно исправить, понимаешь? Нужно после каждого прыжочка, когда ты прыгнул, пяточку поставить на пол. Ты прыгаешь на носочках все время, у тебя мышца икроножная все время сокращена. Мышца икроножная находится, это вот эта мышца. И вот когда ты прыгаешь вот так только на пальчиках, у тебя эта мышца не работает. Ты должна после каждого прыжка выпрыгнула. Или стопы натягивай. Пятки, девочки, поставь. Лиза, ну-ка попробуй. Вы должны услышать, как пяточки у вас опустились. Пяточкой прям стукнул в пол, чтобы я услышала. Давай. И вот, давай, давай, подряд. И пяткой в пол. Что, 45 минут, да, детский сад? Идите. Я 40 раз прыгала.